Здравствуйте. Этот год для Клипша знаковый, 70 лет компании исполняется. И компания в этом году решила представить потребителям нашим линейку в стиле ретро, линейку блютусных колонок для современных потребителей, молодежи современной. Вот это вся линейка. Начинаются колонки блютусные с 250 примерно долларов, евро будем скажем. Сейчас говорить мы в Европе до 800 евро. Как вы видите, это обыкновенный классический дизайн, причем они подбирали материал гриля, именно тот, который был еще во время жизни Клипша, Пола Клипша, то есть это старые такие грили подобраны. Вот эта моделька будет немножко подороже, потому что там будет, кроме Bluetooth, еще будет Play-Fi, то есть такая функция. Вот эти линейки, это все чисто блютусные колонки. Здесь конструкция 2.1, то есть два динамика и один сабвуфер. Управление сверху, ручное управление. Это будет доступно летом. Вот эта модель Stadium называется. Она уже доступна на рынке, но они здесь представили различные варианты отделки. Лакированный черный цвет, алюминиевый, графитовый. Также будет представлено вот в стиле таком, тоже клипшовом стиле, ретро-стиль. Также с клипшовым грилем. Напомню, что эта модель, она имеет здесь AirPlay, и Bluetooth, и Play-Fi, то есть все возможные. Это один из самых громких медиа-центров на рынке. Ну и вот, естественно, здесь также представлено для совсем бюджетный вариант блютусной колонки. Но опять же, это клипш, громкий звук. Это так примерно звучит. Да, конструкция очень простая. Один динамик широкополосный и два сабвуфера. Omni-mount звук, он может быть употребляться, стоять как так, так и так звучать. Последний, естественно. Здесь представлена колонка, беспроводные решения от Клипша. В этом году получили приз как лучшая инновационная колонка этого года. Суть этих колонок заключается в следующем. Существует хаб, к которому можно подключать до 7, конфигурация колонок 7.2. То есть это тот же ресивер, ну такой распределитель. Там туда входит 4 HDMI входа, аналоговый, коаксиальный, оптический вход. То есть там все находится со своим пультом, который можно на телевизоре настраивать любую колонку. Колонка из себя представляет, это активная колонка, в линейке находится напольная колонка, полочник, центральный канал и сабвуфер. Внутри этой колонки находится настоящий усилитель со своим процессором, даже со своим DSP-процессором. То есть на каждый динамик здесь класс D усилитель. Очень легко управляется, без искажений, практически не нужен здесь никакой ресивер, только источник этой системе. Создается конфигурация под комнату, подключаешь любой источник, и у тебя домашний кинотеатр с достаточно эффектным звуком. Я хочу обратить внимание, как это легко устанавливается. С обратной стороны есть экранчик. С помощью кнопок или пульта на дисплее назначается колонка, ее месторасположение. Либо это правый фронт, либо это левый фронт. В данном случае вот с помощью вот этого показывается, что это правая фронтальная колонка. Очень легко устанавливается, буквально в течение секунды, и работает очень громко и детально, и мощно.
Также в этом году новинка. То есть это не совсем новая продукция, но апгрейдированная, скажем, продукция усовершенствованная. То есть известный THX Ultra комплект, но с немножко доработанным динамиком. И самое главное, они сделали давно запрашиваемые инсталляторами колонку, которая очень легко и просто может инсталлироваться, невидимая. И гриль на магните, да, то есть вот такой вот гриль, практически под не сильно выпирающий от стены. Это давно требовалось. Также громко в линейке находятся там фронтальные колонки, центральная колонка, также сабвуфер встраиваемый с двумя 8-дюймовыми динамиками. В этом году Klipsch впервые для Европы представил, начинает представлять свою широкую линейку колонок для инсталляторов. В Америке это наиболее популярный, один из популярных брендов, и среди инсталляторов в том числе. Для Европы вот в этом году новинкой этого года являются вот эти две колонки. Уникальность этих двух колонок, то есть конструкция здесь, уникальность заключается, две линейки, одна линейка, трехтысячная и пятитысячная. В чем отличие? Здесь твиттер алюминиевый, там титановый, и динамик низкочастотный. Это здесь полиэстер с вкраплениями графита. Здесь керамометаллический вуфер. Уникальность этой колонки заключается в том, что это очень плоская колонка, 5 сантиметров. Звучит соответствующе очень по-клипшовому, громко и детально. Стоимость этих колонок 400, вот это одна штука, долларов, а это 500 долларов где-то. Здесь представлена колонка для уличного, в основном для уличного применения. Новая для Klipsch — это ландшафтные колонки, представлены вот двумя моделями. 500 и 650. Очень легко их определять, потому что там стоимость вот этой будет около 500 долларов, здесь около 700 долларов. Колонка, она адаптивная, то есть она может работать и 70-вольт, низкоомная, 70 и 100 вольтовая. То есть, кроме этого, в этой же линейке входит 10-дюймовый сабвуфер и 12-дюймовый сабвуфер. Ну, все тело здесь находится под землей. Также две колонки, сделанные под камни. Будут две отделки. Это полноценная колонка с двумя отделками. Песок и графит черный. Значит, здесь представлена тоже новая линейка от Klipsch. Это активные колонки, которые созданы по старым чертежам пола Klipsch. И в этом году летом будут представлены три варианта активных колонок с 8-дюймовым динамиком. То есть это как средняя колонка, которая здесь представлена. С грилем, опять же, в стиле ретро, старый гриль. Здесь будет находиться, здесь всевозможные выходы, USB. И пока так. Вторая колонка старшая, с двумя 6-дюймовыми динамиками будет, помощнее и побольше. И маленькая примерно такая же, тоже активная. Активная колонка эта, она будет также поставляться на рынок в виде комплекта, бюджетного относительно комплекта, вместе с клипшовым виниловым проигрывателем. Европейский известнейший производитель сделал для них прототип. То есть комплект будет стоить недорого. Сейчас мне затрудняется. В одной коробке активная колонка и проигрыватель. Klipsch делал головки в свою очередь и проигрыватель. Это было только там где-то в 50-х-60-х годах. Поэтому это такое некое возвращение. Хочу сказать, что все новинки на рынке появятся конец лета, осень этого года. Спасибо за внимание.